Мне не понять усталость эту. Вопросы есть, но не на все ответы осветят правду в темноте. Не все, что ищем мы, находим. Нам часто много не понять, и не поняв, порой отходим от света истинного вспять. А мир обманчивого чувства волнует ложным рубежом на миг короткий. И потом, разочарованно и грустно, мы снова в поиски идем. Как долго мы себя терзаем, как долго и напрасно ждем, и Божий план не понимаем. Все равно идем, идем, стенаем, томимся и ищем. Душа устала, просит пищи. Вкушая боль бесплодных мук, проходит время зря. И вдруг мы все внезапно понимаем, нам станет ясен каждый миг, когда мученья заменяя, приходит мир, когда впритык с небесной святостью столкнемся. Да, это так, и как ни странно, живет и дышит неустанно в нас непонятная мечта о вечном счастье. Суета ее невластна уничтожить, внутри души она живет. А мы порою так похожи в своем упрямстве на людей, подобным нам из древних дней. Но будь внимателен, мой друг, давай мы вспомним про Иону. Я вижу ясно пред собой тот грозный шторм, и как с волной за жизнь свою, сражаясь трудно, плывет, изнемогая судно в несоглашении с судьбой. И среди грохота и шума, как будто скрывшись в мраке трюма, спит, невзирая ни на что, беглец несчастный. Сон его здесь неуместен, он не знает, что это судно погибает, он спит, как часто спим и мы. Но среди этой мрачной тьмы, как будто отдаленным стоном раздался крик. «Проснись, Иона, корабль наш погибает, выходи, еще чуть-чуть, совсем немного, и мы умрем. Воззови же к Богу, чтоб не погибли от воды». Молились все, остался ты, судьбы загадка. Вот брошен жребий, сердце кратко летит, вопрос бросая в дрожь. «Кто ты? Откуда ты идешь? Кто ты?» Если это неизвестно, то я отвечу. Мой народ, Израиль избранный, я тот, кто перед Богом вечным честно ходил всю жизнь, за годом год. Что пользы в том теперь? Скрываясь от всех и от себя, бегу всего лишь только потому, что с Богом я не соглашаюсь. Но, капитан, куда я спрячу свою тоску? Да, да, я плачу, мне очень больно без него. И гордость сердца моего внутри меня сейчас терзает буквально все. Пойми, я тот, кто правду истину знаю, ту правду, что во мне пылая, усталое сознание жжет. Знай, буря вот сейчас не просто разразилась, и вспышки молнии, гулки, гром, все это горе совершилось из-за меня над кораблем. Знай, что не будет преступлением, когда меня сейчас вы отдадите. Во мгновенье утихнет буря, пусть вам не будет в тягость это дело, не тратьте время, будьте смелы. Бог не без милости, и нам в том сомневаться нет причины, тем более, когда Он сам нас вырывает из пучины, и мы, растрогавшись, готовы идти на призыв, не боясь. Мы жаждем что-то делать снова, в лицо опасности смеясь. Да, мы готовы, но обратно ошибки, боль, не тот расчет, как мы надеялись, и вот нам снова станет неприятно. Спокойно небо, солнце свет, никто не гибнет, все спасены. Но мы, спокойны ли мы? О нет, нам тень растения дороже всего на свете в этот миг. И мы так стонем, больно, Боже, как больно стебелек поник.
Иона, слушай, Бог ответит на необдуманный упрек, и то, что он сейчас ответит, узри. И, взяв себе в урок, проникнись этим Божьим словом, внимай ему и будь готовым. Так говорит великий Бог. Когда впервые с горьким плачем над Авелем склонилась мать, постигнув горечи, что значит иметь, но вместе с тем терять. Не ты смотрел на преступления, и как впервые над землей раздался первый крик мучения Адама с Евой предо мной. Не ты смотрел, как одиноко им было после без меня. Не ты страдал на их беспомощность, глядя. Я не создал их для проклятия, я не создал их для греха, когда вершине мироздания поставил их двоих тогда. Не ты мучительно веками терпел падение людей, не ты бегущими годами их звал к себе от злых путей. Не ты любил, не ты в терпенье их доставал из бездны зла, но я, лишь только я прощенье им с радостью давал всегда. Не я, а грех их души губит. Я не хочу, чтоб было так. Я не хочу, чтоб гибли люди, идя на смерть в бездонный мрак. Пойми, что я отец, и значит, мне дорога судьба людей. Я их родил. И зло не спрячет мольбу и слезы их очей, мольбу и слезы. Слово Бога в себе скрывает боль отца, его забота и тревога порой настолько нам близка. Бывает, личные законы дороже сердцу и родней, чем судьбы гибнущих людей, как было раньше в дни Ионы. Пусть слово вечного Писания не будет нам, друзья, в упрек. Дай Бог, чтоб высшее призвание не в тягость было нам, но впрок. Аминь.